В эфире телеканала ПС информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте. Сегодня в мэрии Архангельска прошло заседание комиссии по организации отдыха детей во время летних каникул. В нашем городе только начинается, а детские пришкольные лагеря уже работают в полную силу. Промежуточные итоги отдыха детей подвела Мария Воробьева. В этом году на территории общеобразовательных учреждений Архангельска в первую смену открылось 54 летних оздоровительных лагеря. В связи с недобором детей не приступил к работе только один – на базе Ломоносовского дома детского творчества. Особое внимание члены летней оздоровительной кампании ежегодно уделяют санитарной безопасности детского отдыха. Перед открытием лагерей во всех учреждениях были проведены лабораторные исследования, в частности, была отобрана вода по микробиологическим показателям в 49 лагерях. И из этих лагерей, в двух лагерях, вода не соответствовала требованиям, но школами были проведены профилактические мероприятия с последующим отбором проб, и по полученным результатам исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Также были проведены в 19 школах исследования воды по санитарно-химическим показателям. На совещании была отмечена хорошая подготовка лагерей при Центре охраны прав детства 5, 8, 50, 59, 25 школах, 3, 24 гимназии, ДЮСШ номер 5, ДЮСШ номер 6, «Контакт», «Каскад», Саламбальском доме детского творчества. А вот летний лагерь на базе 43-й школы, что в Северном округе Архангельска, нуждается в дополнительном финансировании в связи с увеличением количества отдыхающих ребят. Есть предложение поддержать инициативу департамента и выделить 1777 на оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием. Кто за? Спасибо, единогласно. Сейчас 3744 ребенка укрепляют свое здоровье в летних лагерях с дневным пребыванием. На базе муниципальных образовательных учреждений они будут открыты в течение 3 летних месяцев. Первая смена продлится до 26 июня. Мария Воробьева, Илья Сумароков. Панорама Севера. Под Новодвинском сотрудники ДПС и судебные приставы устроили засаду. Водителей проверяли на наличие неоплаченных штрафов и долгов перед государством. Каких результатов удалось добиться в материале наших новодвинских коллег? Пятница, вторая половина дня. Автодорога на даче. Именно здесь расположился наряд ГИБДД вместе с судебными приставами. Сотрудники госавтоинспекции останавливали практически все машины подряд, следовавшие как из города, так и в Новодвинск. Здравствуйте. ГАИ Приморского, старший инспектор, скажи, у нас проходит совместный рейд по службе судебных приставов. Проверяем граждан наличие долгов, возможности перед государством. Поэтому примите водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО. В ходе рейда обязательной проверки документов подвергались водители. Они проверялись по базе данных на наличие штрафов по линии ГИБДД и наличие долгов перед судебными приставами. К примеру, за коммунальные услуги, алименты и другие. Аналогичную процедуру по желанию могли пройти и пассажиры. В случае, если у граждан выявлялись непогашенные штрафы или долги, их можно было оплатить на месте. Такая ситуация бывает, что гражданин считает себя кристально чистым перед государством, а при наличии многих штрафов, какой-то штраф он просто физически не мог вспомнить, что у него находится. И он его не оплатил. И для него бывает неприятная неожиданность, когда в базе данных судебных приставов всплывает долг, скажем так, перед государством. Рейды эти, да, действенные. И в некотором роде они даже идут на пользу водителям, так как они могут на месте оплатить свой штраф, либо какую-то иную задолженность перед государством, не ходя в сберкассу, не платя дополнительные пени. Ну а если люди отказывались в добровольном порядке уплачивать имеющиеся задолженности, судебные приставы могли здесь же наложить арест на имущество должников, в том числе и транспорт. Сегодня вот мы уже арестовали и скутер, и мобильный телефон. Я думаю, что будем данные рейды проводить регулярно. Они дают результаты. В результате проведенного мероприятия судебными приставами был установлен злостный неплательщик алиментов. Молодой человек 1980 года рождения в одно время находился в розыске. Привлекался и по 157 статье Уголовного кодекса за злостное уклонение от алиментов. Его долг на сегодняшний день составляет более 300 тысяч рублей. Своего имущества у мужчины нет, официально он нигде не работает. Хотя на момент рейда молодой человек находился за рулем такси. Но видно, в ближайшее время этого заработка мужчина лишится. То, что он не трезв, было заметно сразу. Если лишат, так лишат.
Но вы признаете о том, что вы... Ну, комментариев я не буду делать. Общий итог первой проведенной акции штрафа в Новодвинске таков. На два вида имущества наложен арест. Двое новодвинцев расплатились на месте. И еще шесть должников получили уведомление о явке к судебным приставам. В случае неисполнения эти люди будут подвергнуты принудительному приводу в отдел судебных приставов по городу Новодвинску. В этом году выпускники высших и средних образовательных учреждений получат дипломы нового образца. Во-первых, вкладыш в аттестат изменился внешне. Он стал больше формата А3. По согласованию с выпускником в приложении к диплому могут быть внесены сведения о форме обучения, специализации и изученных факультативных дисциплинах. И еще одно нововведение. Теперь аттестат может быть не только выдан выпускнику лично или по доверенности, но и направлен по почте заказным письмом с уведомлением. В нашем городе полным ходом идет конкурс «Лучший архангельский дворик». В каком дворе клумба красивее и где работает самый ответственный дворник? На эти вопросы ищет ответ оценочная комиссия конкурса. Где в этот раз разыскивали победителя, в нашем следующем сюжете. Открываем калитку и попадаем в гости к сказке. Иначе картину, открывшуюся перед конкурсной комиссией, не назвать. В благоустроенном дворе детского сада Абова Гадейка, что в поселке Зеленец, живут и золотой петушок, и почемучка, и другие знакомые с детства персонажи. Ничего такого, чтобы мы закупили, нет. Все колеса из гаражей, фанера, оставшаяся от ремонта. Удобно было работать, чтобы люди приходили, чтобы дети радовались, чтобы нам было приятно самим. Дошкольное учреждение принимает участие в конкурсе 3 года подряд. Надеются на победу и в этом. Конкуренты, всего их 10, достойные. Детский сад номер 148 «Рябинушка» работы по благоустройству территории совмещает с подготовкой к юбилею Архангельска. А вот такая клумба в виде знаковой цифры 430 встречает гостей при входе. Впечатляет и территория детсада. Отремонтированы спортивные площадки, благоустроены цветники. Да что там, даже банановая пальма растет. По всем оценочным критериям, среди которых и состояние фасадов, и содержание зеленых насаждений, номинант получил от экспертов высокий балл. Руководство детского сада прикладывает инициативу свою, сообразительность. Ну, мы видим, что не осталось незамеченным то, что приближается юбилей нашего города. Они своим примером придают задор другим. Соревновательный такой у них настрой появляется. С каждым годом их больше и больше. В борьбу за первенство уже в другой номинации «Самый уютный двор» вступили и жители дома номер 18 по Лахтинскому шоссе. Лауреаты прошлого года. В 2014-м марку постарались держать. Цветов много. Детской сделано для детей много. Все дети подходят и смотрят тут. Посмотрела оценочным взглядом на придомовую территорию и комиссия. Результаты поездки по первым конкурсным адресам пока держатся в секрете. Итоги будут подведены в рамках празднования юбилея Архангельска. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов. День города. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. С начала противопожарного сезона в лесах Поморья зафиксировано 37 возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составила свыше 180 гектаров. На сегодня рассматривается вопрос о введении в лесах региона особого противопожарного режима. После введения санкций штрафы составят для горожан от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Организаторы проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» приглашают волонтеров участвовать в трудовой экспедиции в село Пачепель Донежского района Архангельской области. Там планируется восстановить храм 19 века, освященный в честь Архангела Михаила. Для участия в экспедиции необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес. И заявка будет занесена в список претендентов. Редакция Поморской энциклопедии Северного Арктического федерального университета приглашает дать оценку материалам 5-го последнего тома «Города, районы, люди Архангельского Севера». Материалы будут выставлены с 16 июня по 31 июля. Всех желающих ждут по адресу редакции и в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова. Издательство Поморской энциклопедии просит высказать свои предложения, замечания и дополнения по подготовленным материалам. В Архангельске появился благотворительный обменный проект «Взамен». Его цель – люди обмениваются друг с другом ненужными вещами. Ваши вещи будут участвовать в благообмене и обязательно принесут кому-то пользу – детям, пожилым людям или нуждающимся семьям. За подробной информацией можно обратиться по телефону 47 29 55.
26 июня архангельская рок-группа Blend Vandal отправится на фестиваль в шведский город побратим Кируну. Blend Vandal играет в стиле инструментального и прогрессив-рока и станет единственной российской группой среди выступающих в Северной Швеции. С 2000 года музыканты записали 3 полноценных альбома и 1 сборник. В Кируне вандалы исполнят свои лучшие композиции. Примечательно, что шведская сторона взяла на себя часть расходов архангельских музыкантов. «Мама, положи мне 700 рублей на этот счет. Позже все объясню». Эта фраза – один из самых распространенных способов для получения денег телефонными мошенниками. Сегодня в нашей рубрике «Вопрос дня» мы узнали у архангелогородцев, как уберечься от телефонного мошенничества. Я не сталкивалась пока с этим, но думаю, стоит поставить антиспам на телефон, чтобы не попасться на мошенников. Надо позвонить родным, узнать, все ли у них в порядке и где они вообще находятся. Я понимаю, что это все неправда, и не верю. Было такое, что мама, положи там мне 700 рублей на этот счет. Ну, я подумала и не стала ложить. Отвечать на смски с сомнительным содержанием, не переходить по ссылкам, которые указаны в смс и так далее. Ну, наверное, все. Ну, и быть осторожнее. Чтобы не попасться на удочку мошенника, я беру и удаляю этот спам. Все. Котлас отметил день рождения. Главная городская площадь превратилась в площадь искусств. Праздничное действие здесь было поделено на 2 части – официальную и культурную. Подробнее в материале наших котласских коллег. Старт официальной части и тон всему празднику задали представительницы старейшего и классического вида искусств – балерины. А после круг почета по площади искусств сделали актеры, музыканты, писатели, художники, танцоры, мастера декоративно-прикладного творчества. Чествование людей, отдавших родному городу душу и сердце – добрая традиция празднования дня рождения Котласа. В этом году за достойное воспитание 4 детей была отмечена многодетная семья Луговских. Медалями за особые заслуги награждены заслуженный мастер спорта России по хоккею с мячом Александр Тюкавин и ветеран Котласской дистанции пути Северной железной дороги Василий Ашурков. Спасибо котлашанам, служу ветеранам. Сегодня в Котласе и поселке Вычегодске работают 9 учреждений культуры. Это 600 клубных формирований. Они объединяют несколько тысяч человек. Часть из них представили свое творчество в День города на площади искусств. Например, это аллея художников. Живописцы выставили легкие и воздушные пленерные работы. Кроме того, каждый желающий мог увидеть себя со стороны. На написание портрета в среднем уходило по 20-30 минут. Уже 7 лет у меня была мечта вот именно портрет нарисовать. А так, мне кажется, все равно фотография так не передает, как вот портрет. Это все равно идет душа художника вложена. Рядом с художниками литературный сквер разбили поэты из клуба «Альфа-Лиры». Сегодня это более 30 молодых самодеятельных авторов. Любителей их творчества оказалось немало. На протяжении всего праздника эта площадка не пустовала. С чего начинается родина? Наверное, с маминых рук. А может, от круга полярного и там, где живет лучший друг? А может, в том поле с туманами, за речкой, где белый песок, и там, где мы пили стаканами за дружбу березовый сок. Катушане любят литературу, катушане любят стихи, катушане любят просто искусство, да. И хочется, чтобы люди, проходя и вот наслаждаясь вот этим праздником, имели возможность почитать стихи, послушать стихи. Может, кто-то сам выйдет, прочитает. По-моему, это прекрасно. Как сохранить лад в семье и быту? Катлашан на мастер-классе учили рукодельницы из Центра народного творчества. Оказывается, кроме любви и желания, в каждом доме должна быть ладушка, древнерусская кукла-берегиня. Когда вот человек первый раз приходит на мастер-класс делать куклу, он обычно делает ее похожую на себя. Всего на площади искусств в День города работало около десятка творческих объединений. Одни вышивали, другие пели и танцевали. А дети в это время резвились на батутах. Завтра сборная команда СФУ «Поморы» сыграет в полуфинале премьер-лиги КВН свою очередную игру. Как идет подготовка и с каким настроением выйдут на сцену КВНщики? Об этом по телефону нам рассказал капитан команды Александр Копченов. Команда в полной боевой готовности. Каждый день с 10 июня команда ходит на прогоны, дописывает материал, репетирует, усовершенствует реквизит постоянно. Дело в том, что игра в премьер-лиге очень сильно отличается от игр там, в других нетелевизионных игр. Как минимум тем, что спрашивают гораздо больше по юмору и по реквизиту. То есть картинка должна быть телевизионной.
Нашими соперниками на полуфинале являются Радио Свобода Ярославль, Синергия Москва, Все Серьезно Кемерово, Самара. Будут три конкурса: визитная карточка, конкурс со звездой и разминка. Конкурс со звездой немножко приоткрою тайну. У нас с нами будет выступать капитан одной из команд высшей лиги. Вот. Но пока не буду говорить, кто именно. Будем надеяться, что мы пройдем в финал, сделаем это все. Ну и, конечно же, постараемся выиграть его. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 18 июня в 10 часов утра телеканал ПС начинает прямую трансляцию чемпионата по мини-футболу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Архангельской области. Зачет спартакиады 2014 года. Впервые 20 июня в 15 часов телеканал ПС ведет прямую трансляцию из Новодвинска. На городской площади города пройдет выпускной «Звездный билет». За происходящим можно будет следить и по интернету, зайдя на сайт «Правда Севера». Накануне Дня города в Архангельске начинаются мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Архангельской области. 21 июня в 15 часов телеканал ПС в прямом эфире покажет праздничный концерт прославленного центрального пограничного ансамбля ФСБ России. И это еще не все. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В Архангельске прошли чемпионат и первенство области по судомодельному спорту. Точные копии реально существующих судов, только в меньшем масштабе, соревновались между собой на открытой воде. О том, кто держал победу, расскажет Екатерина Грициенко. От настоящих яхт их отличает разве что масштаб. И это неудивительно, ведь за точность и качество исполнения модель копия получает первую стендовую оценку. Вторая составляющая результата – ходовые испытания. Гонка на открытой воде длится час. Старт дается непременно против ветра. На примере первой яхты, преодолевшей дистанцию, определяется база, то есть количество кругов, которое должна пройти каждая модель. Гонок три. И худшая гонка выкидывается, результаты двух худших гонок вот идут уже на определение результата. Движущая сила этих судов в их белоснежных парусах, а также в лебедках, которые находятся внутри модели. Яхта управляется при помощи такого пульта. Джойстиком регулируется поворот руля. Расправляются или подбираются паруса. Сам корпус многих моделей состоит из небольших пластинок, каждая из которых приклеивается отдельно. Вот почему на изготовление одной копии судна уходит не меньше 2 лет. Модель яхты «Атлантис» Михаил Харламов делал 3 года. И не зря. В 2011-м она принесла Михаилу звание чемпиона мира по судомодельному спорту. На чемпионате Архангельской области курсант Морского института имени Воронина также занял 1-е место. Как-то с детства начал заниматься этим видом спорта. Уже занимаюсь более 10 лет. После того, как закончил школу, решил поступить дальше в такую же стезю и учиться на судомеханика. Следующий этап соревнований – чемпионат России по судомодельному спорту, который пройдет в Сергиевом Посаде с 7 по 13 июля. Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, «Панорама Севера». Сейчас курс валют на 18 июня. По данным Центробанка, на 18 июня доллар 34 рубля 81 копейка, евро 47 рублей 21 копейка. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. В Котласе 18 июня пасмурно, дождь плюс 13, ветер южный 2 метра в секунду. В Вельске чуть теплее, малооблачно, небольшой дождь, гроза плюс 14. В Мирном малооблачно, небольшой дождь плюс 11. В Новодвинске малооблачно, небольшой дождь плюс 16 и ветер юго-западный. В Архангельске 18 июня облачно с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8 плюс 11, днем плюс 14 плюс 17. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй, благоприятный.